состаренное зеркало, серебро с черной патиной. И в середине, то есть состаренного зеркала, оставлены зеркальные кружки. Чистое зеркало, кружки оставлены. Можем треугольники делать там, то есть кружки любой там ширины, размещения, то есть всякие предметы можем. То есть сам смысл получается, что состаренное зеркало идет, а в нем, ну, это пробный экземпляр, кружки. С задней стороны все запечатано, все по заводскому. Вот, получилось очень интересно. Фигуры выходят четкие. Ну, вот так оно получается. Сейчас постараюсь его нормально снять. Сейчас на свет вынесу. Вот. Кружки зеркальные. Чистое зеркало в кружках. И старение. Можем любого цвета делать старение. И с такими вот элементами прозрачного зеркала.